Ну, что не падает? Да, ящер. Работа собак была прекрасна. Они молотили в лесу. Че, Андрюха, как экипировка твоя? Вот, оказалось, я в деле все хорошо. Хорошо? Да, не промокает. Уже сколько? До второго года, по-моему, да, второй год, да. А что за бренд? Шевале или как? Шевале. Угу. Что, в принципе, доволен. Понятно. Главное, что доволен. Да. Андрюх, да. Ты как-то не котируешься рядом с Харкелой, да? Да. Уиду, понимаешь? Выбиваешься из кучи. Да. Надо подтягиваться. Понял. Понял. Так, может, мы с тобой сдадим? А, мне тогда сюда вставать, да, рядом. Они говорят, что ты, говорит, стоишь рядом, говорит, с Куи там еще кем-то. С вами-то можем стоять? Да, да, да. Все. Они местные. Все. Давай, брать! Вань, так нормально? Да, да, пойдем. О, красивенько как кто-то. Не просто замечательно. Сегодня погодка хорошая, вот походу. Ветра нет, собак будет хорошо слышно, но подходить зато будет. Если будет возможность подходить, тяжело будет. Все, все собираемся потихоньку. Загружаемся в машины, сейчас поедем все. У меня сегодня ночь какая-то была вообще. Первый раз в жизни не смог уснуть. Сегодня вон как красиво. Вот так мы охотимся обычно в Новгороде, в калошах. Развернулся ЛК, да? Что, Михаил, как спалось? Получше, наверное, да. Нет, мне говорит получше. Я не пораньше, а я поменьше. Поменьше и пораньше. Так, ну вот, ждем все на подъеме в преддверии удачи. Едет, да? Руслан, командовать должен один. Давай, ты вот решайте и говорите как. А то сейчас советчиков тут дохерище. Сейчас егерь. Да вон он, егерь сейчас едет. Сейчас распишемся. Да. И встаем сразу. А что, ты номер наизусть помнишь? Нет, давай-давай, диктуй. Давай, Ванечка. План разработан, начинаем. Все выдвигается уже. Мы тоже едем в самый конец, с самого начала загона начинаем идти оттуда. Туда, вперед. Все, начинаем заходить. Отпустил собачек. Собачки уже ушли на 500 метров. Сейчас будем грубо обходить. Смотреть, что есть следы. Влажность еще тут большая. Ну, может, что найдем. Посмотрим. Главное, чтобы собаки зацепили что-нибудь. Чтобы была интересная работа. Уперлись вот в такую вот заводь, которую бобры тут соорудили. Вот такая плотина у них. Сейчас будем как-то это преодолевать, обходить.
не очень хочется. Ну что, ходим, бродим. С роликом пока ничего не нашли, да, ролик? Ролик пока вообще никакой. Бегает недалеко от меня, метров 100-200. Все, Навка сейчас с поиска возвращается, тоже что-то как-то крутила, ничего не нашла. Сейчас попробуем ближе к дороге пройти, может там что найдем. Навка работает. Мне их не догнать. Надеюсь, там номер есть. Ребята не проспят сейчас. Тащит прям на номер зверя. Надеюсь, все получится. Не получилось взять там этого лося. Он ушел. Собака отработала не очень. Но вторая группа, второй загонщик с двумя собаками в этот момент тоже гнал другого лося, собаки там работали, и вся бригада номеров выдвинулась туда его обкладывать, и вот что получилось. Че, не падает? Да, ящер. Он что, бронебойный? Готов. Все. Молодцы. Так, сколько сейчас времени до? Время 13:41. Подъем был без 15:10. Вот.
Молодец, стрелка. Ну, рассказывай. Впечатление. Ну, потом посмотришь на видео. Хочу рассказывать. Отличное впечатление. Но самое интересное было, как стрельба там осуществлялась. Ну, это надо видеть. Ну, это мы на видео на твоей камере посмотрим. А так все здорово. Работа собак была прекрасная, Володь. Они молотили в лесу. Молодец, старуха. 9 лет собаки, а это 6. Да, стрелка? Красава. Вот у нас это. Виновник торжества. На Калуге. Половинчатый виновник. Наполовинчатый. Ну, калужские на новгородской земле отличились. Да. Как обычно. Да. Все. А новгородские пьяницы. Новгород, он что? Он ни о чем. Пьянствовать и все. Больше ничего. Я Роме говорю: Ром, садись, я чувствую, что уже ломит. Помнишь, я тебе сказал, садись? Да, да. Рома тоже так сел, и прям видно, выходит. Выходит, и прям на Рому идет так из коса. Я уже бегу к нему, знаю, что он будет стрелять, я его начинаю снимать. Подбегаю к нему, вот так прицельно, метров со 100. Ну, два раза он по-любому удержал. Нет, подожди, слушай, дальше. Она стоит. Она стоит. Разворачивается и в другую сторону. Говорю, теперь я, помнишь, я у тебя спрашиваю, теперь я ружье. Ну так у меня всего 3 патрона. Да, а как ты экономишь 3 патронами? Ту! Сколько? А где остальные? У тебя 4 как минимум. В машине. Володь, отдуплетился, бегу, перезаряжаю. Брат, ты где? Я ее уже здесь. Это был 9. Брат! 9? А фотовета нет. Снимай. А, вот главный охотник-то у нас, правда. Ой, да, с чем охот ходит? С костылем. Надо... Да не потеряли что-то резинку. Сейчас изолента тебе намотаем, братан. Изолента решает все. Стоять. Балконник, где собака? Вон на гарнизе. Что, зацепляли, да? Все, зацепили. Давай, полковник. Вперед! Вот сюда, на нас! Вот! Эй! Все, мы вернулись. Сейчас будем готовить печенку лося, отдыхать. Завтра еще у нас второй день охоты. Вот, надо успеть восстановиться, отдохнуть. Так, надо собачек покормить. Сейчас мы водички сюда еще нальем. Давай, твоя партия. Все, кушай. Так, производственный процесс. Да? Вырезка, да, это получается? Вырезка, да. Так, ребятки, тут печеночка пошла, да? Так, доктор. Что тут? Пришел ревизию устроить. Все-таки обманулся. Я так хотя пожарится нормально. Ничего тут нет. Все нормально, она обжарится сейчас моментально. Она сильно не ужаривалась. Так, посолил?
второй день охоты. Сейчас все быстро записываемся. Поздно, блин, дорогие патроны. Второй день охоты. Навка сразу нашла лося. Сейчас буду настраиваться, надеюсь, с той стороны. Надеюсь, с той стороны тоже там все подстроится, ребят. Номера проспалили. Собака проскочила. И походу второй лось. Он следом вроде шел. Не знаю, что там. Но суть в том, что у нас собака со зверем проскочила номер. А это значит опять какая-то херня. Навка ушла уже на три. За ней еще две собаки подключились. Не знаю, второй это лось идет или они по следу пошли. Там гнали второго. Возможно, на номере профукали, потому что я выстрелов не слышал. Но сегодня ветер сильный, возможно, что взяли и запустили вторым ходом. Сегодня на второй день не получилось взять никого, хотя собаки работали и выгнали лосей на номер на один. Вот сначала моя собака Нейви нашла лося и выгнала на номер, а потом на этот же номер Вовкины собаки две тоже выгнали лося, но взять ни первого, ни второго не получилось. Номер плохо сориентировался и не смог подстроиться. В целом охота получилась интересная. Наш дружный коллектив собрался. Мы собираемся не так часто все вместе, получается где-то раз в год. Поэтому мы все посидели в нашей дружной компании, пообщались. Очень душевно провели время. Вот. Пусть на охоте не все получилось, но в целом я считаю, что получилось неплохо. Были интересные моменты, были неудачи. Из этого и состоит охота. Вот это все опыт. Будем работать дальше. Всем пока!